Александр Георгий, прошу. Стоит сыграть. Париж, мы этого достойны. Всем привет, мои дорогие подписчики, гости моего канала, я Майстер Квартир 1. Сегодня у нас игрушечка называется Лимбо. Ну, такая довольно-таки непродолжительная. Это одна история про какого-то мальчика, либо кого-то. Ну, да, вот он проснулся. Вся игра вот в таком стиле сделана. И таких игр, кстати говоря, довольно-таки много. Вообще сейчас выходят, но они очень редко выходят, но выходят. Но прикольные. Я несколько таких смотрел на других каналах, вот. И тут решил, как раз в Epic Games непосредственно давали бесплатно. Можно было ее скачать, в общем, давали ее бесплатно. И я вот решил ее, так сказать, взять. Так, ну, у нас стандартный просто набор. Право-влево, прыжок. Сейчас, да, вот. Вроде бы больше пока ничего. Вот началась, как говорится, эта история, и мы вот этим управляем мальчиком. Опа. Да. Ой. Бедный мальчик. Ёптеть. Ну да, вот видите, а я что-то не подумал, что... Опа, да, что здесь, оказывается, шипы. В общем, оказывается, нужно быть очень внимательным, да. Так, теперь нам нужно... Угу. То есть нам нужно как-то это, да? Я так понимаю, сдвинуть. Ну да, а... Слушайте, о чем мне... Так... А, Control. Ах ты въел, первый театр. А я тут думал, это... Е там типа такого, знаете. Можно, конечно, вот такую сделать, да? Посветлее немного. Нет, так, конечно, это ужасно. Давайте стандартно, да, сделаем. Так, Control, все, я понял. Так, оттягиваем. Неудобно, если честно, через Control. Я бы... Опа! Угу. Так. Так, теперь нам нужно вот на эту штучку, веревочку и... Вот я бы, если, блин, сделал бы... Почему на клавиатуре Ctrl сделали? Почему не... Вот самый идеальный был здесь E. Да, вот. Ну, потому что WSD, ну, как бы бежать, да, и E как действие. Ну, как во многих играх. Так. А вот это интересно, слушайте, а вот это интересно, куда теперь? Ага. Так, это... Опаньки, перепрыгиваем. Я надеюсь, я правильно бегу. Здесь нет ни музыки, ничего нету. То есть вот такая игрушечка. Поплыли. Не, прикольно, да? Вот даже вот я бы подошел ближе, он даже руками, знаете, вот, как говорится. Ой. не вывались мальчуган. Эти придерживается за край лодки. Камера сама движется, то есть вот это приближение, удаление, это все с, здесь ничего. Вот, как вы видели, да, только стрелочки можно управлять, и Ctrl это непосредственно действие. Ну и прыжок вверх. Так. Я так понимаю, мы лодку должны, да, втащить. Да. Так, слушайте, а мальчик, оказывается, не слабак. Да, такое. Так. Ага, перепрыгиваем на веревочку. Так, сюда. И, так сказать, идем у нас снова, как говорится, прямо только, да, получается у нас. Так.
А вот тут ловушечка. Ах ты ж, ёперный. А почему ты не подпрыгнул, мультюган, а? А, то есть либо на одну, либо на ту мы, да? То есть вот так вот. Угу. Хорошо. Да ёперный театр, что ж ты... Какой-то, блин, неуклюжий. Так, ага, мы можем вот так вот отодвинуть ее. Да сука, ты же, блин. Не, ну фу, я же правильно делаю, да? Согласитесь. Но не туда же, правильно? Или, может, подальше, может... Он как-то с горки, блин, нет, не с горки. Либо я очень рано прыгаю, скорее всего рано очень. Так, хорошо, ладно. Рано так, я попробую сейчас. Блин, а вот, ух ты ж, ёперный театр. Сколько, интересно, мне попыток будет, прежде чем я это пройду. Так. Ну, давайте попробуем еще раз. Оп. Ага. О, да и... Что ж такое-то? Главное, только, блин, понял, в чем дело. Ну... Давайте. Ай, мне. Штука какая. Так, хорошо. То есть а, блин, ускоряться тоже нельзя, да? Хорошо. Да. Оп. Не, только не пишите в комментах, что мне прям нравится, что он погибает. Во, видите? Нет, мне не нравится, как он. У меня нет садистских наклонностей. Так. Интересно. Ну, это, конечно, хорошо, что я так сделала. Я не совсем понял. А, вот. Значит, я все правильно сделал. То есть ловушечку туда подставил. Ну, очень занимательная такая, знаете, спокойная, с какими-то головоломочками. Ой! Ну, какая, блин. Чуть не пришиб. Тут, скорее всего, какая-то история. То есть, ну, не просто же мальчик в лесу, да, один какой-то там, наверное, вышел в лес, ну, собирал грибы, заблудился, да. И вот сейчас бежит домой. Так. Ну хорошо, скорее всего оно плавает, да? Ну, да. Ну как-то, да.
Там, блин. Плавает оно, плавает, но... Так, а почему же ты... Ай-яй-яй, нет, давай. Ну, блин, какая... Ну, уже, как говорится, да, когда вечером, после, так сказать, трудового буднях. Ты плавать, то есть ты плавать не умеешь. То есть ты бегаешь один в лесу, да? Пацан, но плавать не умеешь. Нахрене. Ну, я тут, скорее всего, понял, в чем причина. Когда он переворачивается, нужно непосредственно... да и... Ну, почему? Так. А, эй, ну кот. А он вообще там, блин. Ну тюга, ну зачем тут? Вот ты тонешь не вовремя, слушай. Так, что-то в тебе такое есть непонятное. Да чтоб тебя, блин. Да, я вот здесь, если честно, как-то подзастрял. Непонятная хрень. Он, понимаете, вот я понимаю, что вот она переворачивается, надо, я не знаю, наверное, скорее всего, как-то, ну, то есть она переворачивается, и ты должен крутиться. То есть он должен лазить по ней, как, знаете, как колесо, да, чтобы оно со временем крутилось. Но при этом он же не лезет. Ну, да что ты, пиздюк, а? Да. В общем, последняя попыточка, и я думаю, не буду я вас, так сказать. Да. В общем, такая вот игрушка. Прикольная. Но почему-то я не могу вот эту вот хрень пройти. Либо я очень устал, и мне не хочется, как говорится, думать. Ну, кстати, ну, суть я, так сказать, уловил. Скорее всего, нужно вот так вот крутить его. Да? Но ведь он не хочет. Да. И цепляться не хочет. Ну и хрен. В общем, такая игрушка прикольная. В сети, я думаю, найдете и также где-нибудь в Стиме бесплатно, скорее всего, возможно. То есть... Она стоит, по-моему, что-то в районе 100 рублей, что ли, 200 рублей. Что вполне, думаю, для проекта, как говорится, ну, нормальная цена. Тем более, такой, знаете, черный такой, блин, даже не знаю, как это стиль такой назвать, как он вообще называется. Ну, классный. Ладненько, на сегодня все, пока-пока. С вами был я, Мэтр Квартир 1. В общем, лайки, дизлайки на ваше усмотрение. Ну и напоследок, как всегда, играйте только в хорошие игры. Всем пока. До встречи, увидимся.